смотря, ребята, дело в том, что написала, ну, сообщение есть от Ютуба, типа, у меня просто удалили видео с Ютуба, не трансляцию эту, а другое там видео старое, вот, что, ну, я не понял там, за что, типа, за аниме, походу, девок, которые я показывал как-то, жесть, типа, удалили видео, но написали мне, что, типа, никакого предупреждения не будет, и страйка тоже. Типа, а в чем прикол? Типа, я не могу нажать транслировать. В чем прикол, блин? У меня не нажимается кнопка трансляции, чел. Типа, значит, вот. Так. Так, вот смотри. Так. Вот, мы понимаем, что, возможно, вы допустили это нарушение случайно, поэтому не будем выносить в отношении канала предупреждение. Однако нам пришлось удалить следующее видео. И, короче, видео, типа, удалили с канала. Видео удалили, а я все равно не могу трансляцию, типа, нажимать. Что за бред, блин, что это такое, что за бред? Слышишь, это самое, ну, раз такое дело, у меня, знаешь как, я себе это же самое, создал же это, ну, что, Twitch аккаунт. Для Богдана. Ха-ха-ха. Привет, дедушка. Хотел рассказать тебе, что встречаюсь, да, с одной милфой, у которой есть муж. Ага. Зовут Алина, а мужа Денис. Странное имя, да. Она говорит, что этот попуск даже не спрашивает, куда она уходит. Да. Интересно. А, вот, смотри, сейчас. Да, я. Точно, сука, там же, блядь, сколько? 18 плюс на Твиче, типа, блядь. Типа на профиль можно поставить вот эту фотку, смотри. Вот эту фотку на профиль пены поставить, да. Вот. Вот такую, смотри. Типа профиль пены, жесть. С 13 можно стримить. А, с 13 на Твиче можно стримить. Тогда что-то его рожа слишком... взрослый выглядит для Богдана. Сейчас-то да, у меня тут есть. Забанили, блин, основной канал за насилие надо мною. Так что теперь, если ты тронешь пену, да, меня, да, или енота, пусть это тебе и тут будет бан. Ничего не забанили, дурак. Просто какая-то ошибка с Ютубом, блин. Просто видео удалили, блин, а я начать на трансляцию новую чуть не могу, блин. Да. Вот. Типа, смотря. Похоже, что ему 14 лет, жесть. Да. Вот такая, похож или нет, смотри. Да. Сейчас я попробую на Твиче внедрить все это дело. О себе. Я Богдан. И я дан Богом. Я не знаю, кто моя мама. Но знаю, что у меня есть папа дурак. Что у меня есть папа, и он не совсем нормальный. Вот. Да. Его зовут Денчик Сухач. Денчик Сухач. Да. Где Денчик? Денчик лысый. Денчис. Где? Забаня. За что, блядь? Я Богдан, я Богдан. Я не знаю, кто моя мама, но знает, что у меня есть папа, и он не совсем нормальный. Его зовут Денчик. И поэтому он ненормальный. Валера. Он самый лучший в мире дедушка. Но от него воняет какишем. Да. Нормально. Нужно все закрыть, вот это вот убрать. Вот это. Так, вот это. Донат пусть будет. Так, донат попрошу только не писать всякую хуйню, типа. Основное убрать, заставку. И фотку Богдана снизу прилепить. Да, и донат, пожалуйста, и это,
не пишите ничего осудительного, что попробуем подольше продержаться. Потому что мало, ну, все равно рано или поздно сразу бан там прилетит. Сейчас я попробую. Блин, вот, типа... Сделайте, кто там сейчас сидит в каком-нибудь фоторедакторе, можете сейчас зайти быстро написать что-то там, Богдан Гейминг там или что-то в этом роде. Какой типа более блатной? Смотря. Какая, блин? Похуй, ладно, чела. Так, сейчас я посмотрю, что вы мне там скинули. Чела. Смотрите. Там. Ну такая, блин. Ну, бана не будет, потому что это другой человек же будет вообще. То есть Богдан, это же другой человек будет, ну, жесть. Типа, за шо бан? Да, да, да. Смотря. Сейчас, сейчас, сейчас. Богдану на HQD. На HQD, да. Да, 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 я. Сейчас, сейчас, сейчас. Богдану на HQD добавить, смотря. Богдану на HQD, блин. I love you, типа, Twitch. Я люблю Twitch, там картинку добавить Богдану. Да, да, да. Во! Смотря. Да, да, я. Yeah. Вот это уже другое дело. Правильно, правильно. Кто? А, буквы Т не хватает. Ай, блядь. А, да так это ж Богдан. Он же маленький, он не знает, как правильно писать. Нормально, пойдет. Так, ладно, ну что, пробую, короче, перейти на Twitch. Ссылку дам в Телеграме вам сейчас. В Телеграму зайдите в мою. Маслори, кинь мне ссылку на телегу. А сейчас я в телеге ссылку дам на Twitch. Уважаемые зрители, всем привет. Это Богдан. Меня зовут Богдан. Богдан, ну... Я Богдан, фамилию не буду называть вам свою, но скажу сразу, что я очень люблю общаться с людьми. Очень это мне нравится там, ну... Вот, как бы, общение для меня это важно. Сразу попрошу, уважаемые зрители, вести себя максимально культурно, ну, и уважать всех пользователей интернета, да. Вот, я сейчас песню вам сначала свою спою хорошую, вот, спасибо. Богдан меня зовут, да, Богдан. Вот мой Twitch, я его прям покажу на экране. Вот такой вот у меня Twitch. Вот, смотрите. Угу. Эх, Богдан. О боже, почему так сильно все раздвоилось? Расстроилось, распятерилось. О боже! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Богдан в эфире. О боже! Вы что творите, блин? Что происходит? Вы зачем это делаете? Лёд, вот вы вообще, конечно, злые все, злюки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Я сегодня как в туалете. Я как так сильно, что попочку порвал. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я какал так сильно, что попочку порвал, кишечку свою, пам-пам-пам-пам. Я так сильно какал, что попочку порвал. О боже мой, что же делать мне, когда мне больно какать, когда мне больно какать. Алло. Так, что это такое? О, это Дени. Блин, это кто на вот... Это кто там такой круг? Блин. Это кто там? Что за дядя? Это что за дядя там танцует? Боже мой, почему? Да как так, блин? Все, я сейчас пошел играть в Майнкрафт. Игры. Ну, посоветуйте игры для Богдана. Там. Я хочу Майнкрафт, точно. Я хочу Майнкрафт поиграть. А мы сможем с вами смотреть... Богданчик, хай. Привет. Почему, Модерка? Модерка? Ребята, такие вещи вообще не, ну, нельзя говорить, потому что такое не продается. Это уже вообще каверзные вопросы.
Мне они неприятные, честно сказать. Вот честно сказать, модерки не продаются. Вот такие вещи нельзя говорить здесь. Вот этот вот дядя, который сейчас танцует там, мне он не нравится, блин. Он какой-то злой. Богдан, да? Слушай, привет. У тебя в ссылке на Денешн Алертс написано Гладпункс. Кто? Забань, пожалуйста, челов. Невозможно читать чат, да, Богдан. Не согласен, Богдан, но... слушай. Угу. Богдан. Да. Богдан. Да. Бог. Я. Дан. Да. Богдан. Нет. Богдан. Дан. Богдан. Я. Бог. Спасибо. Спасибо за поддержку вам, стримера начинающего. Я вот очень люблю данную площадку. Я ознакомился со всеми правилами ее. И очень хочу, чтобы все, ну, у меня здесь было. Привет, Иван Зола. Привет, друг мой. Это мой друг Иванечка. Красивый мальчик, очень, да. Привет всем. Боже, почему так много зрителей? 6000 онлайн, я только начал стрим свой. Я только первый день, так сказать, начал осваивать площадку. 6000 зрителей? О боже мой, я популярный. О боже, классно. Мама, посмотри, я популярный у тебя. О, ну да, белорус ЛГБТ. Ну да, только у меня озвучка 300 рублей. Угу. Чтобы никто не баловался. Угу. Так, мне теперь нужен модер. Мне теперь нужен модер, потому что вы творите в чате какую-то ерунду осудительную. Я это все осуждаю, я осуждаю со всеми плохими словами, которые вы пишете в чате. Мне не нравится то, что вы пишете. Вы все специально это делаете, чтобы меня наказали за то, что вы делаете. Я не хочу, чтобы ты наказал. Пожалуйста, ведите себя по-взрослому. Пожалуйста, я вас прошу. А давайте посмотрим какую-то передачу на YouTube. Я хочу посмотреть. Давай поженимся, передача. Спасут ли вас $300 в день? Да, спасут. А 1000? Это нет. Изменит вашу жизнь? Да, изменит. Но мне бы по 2000. Мне бы по 2000 хотя бы в день долларов. И мне хватит. Ну, мне хватит так для начала, для старта. Для старта, так сказать. Да. То мне вообще, я такую песню пою красивую, а мне денег не дает ТикТок. Вообще не дает. Я Лариса Гузеева. Это «Давай поженимся». Добрый день. Сегодня. О, привет. Вот Лариса Гузеева. Мне очень она нравится. Мне мама постоянно с бабушкой смотрит ее. Говорят, красивая женщина лет 40 назад была. Ну да, если бы она была бы еще красивая сейчас, то я бы с ней бы смог бы познакомиться там, ну, как бы для знакомства. Ну, не то, чтобы прям вы поняли, о чем я. Ну, как бы я бы там посмотрел бы то, что там, ну, как бы. Ну, писечку. Ну, ладно, блин, нельзя тут такое, да? Где женихи? Иван. А, Иванушка, дурачок, блин. Василий. Васек, блин. И Николай. Коля, блин. Меня дедушку Коля звали, он помер уже давно. Алкашом был. А невеста у нас Анна. Анна, 23 года. О, боже, какая красивая, необычная женщина. Да? Возлюбленный сразу обозначил. О, боже, так она же это самая, как моя мама. Из этих, ну, как бы, Ну как их, блин, называют этих? Честно говоря, у меня там есть для нее такой сюрприз интересный. И мне кажется, что я прям в точку попал. Потому что она реально похожа на утку. А что еще тут? Мне, боже, какой ужас, блядь! Брэд Чилла. Брэдмания какая-то. Чилла. Меня как бы не пишут, что там забанили что-то или что-то еще. 6500 человек смотрели. Полчата вели себя как дебилы. То есть вообще откровенно дебилоиды. Писали такую чушь. Да. Ладно, все, короче, побаловались, хватит. Харе уже. Дурью бается. Да. Есть информация официальная от Твича. Богдана забанили, потому что он очень маленький. Я ему предупреждал, Богдана, что не нужно тебе стримить. Ты очень маленький для Твича.
Вот. А пацан зашел, постримил, там 6500 зяблов пришло к Богдану. А, вот, да. 6500 людей просто в первый день у Богдана, блин, просто сорвал куш, так сказать. Его забанили, что он слишком маленький чел. Бля, ну ничего страшного, бля, жесть. Здравствуйте, Богдан. Ну, типа, несанкционированное использование, типа, ну, несанкционированное использование Твича, возраст, ебать. Создание учетной записи на возраст 11 лет, чел, четверо по наличию чейн-докса, жесть! Передай привет Севе Рябову. Севе Рябову привет. Севе Рябову привет. Слишком маленький, поэтому его забанили. Да. Ну, маленький, нельзя маленьким стримить на площадке Twitch, я ему об этом сказал, блин. Вот. Твич, возраст, все. Да, да. Чела. Несанкционированное использование. Богдан. Извини, что я читаю твою почту, Богдан. Ну, мне можно, я как бы дед Богдана официально. Поэтому, как бы, я читаю его почту. Я взрослый человек, мне можно.